тебе? Я парень Оли. Я хочу, чтобы ты убил для меня человека. Отец. Ты сможешь? Но вы должны понимать, что если дело выгорит, а ячейка окажется пустой, у вашего сына, у вас начнутся серьезные проблемы. Вы случайно не дочь Андрея Геннадьевича? Да. Почему же вы сразу-то не сказали? Ну, я как-то постеснялась. Ты все время с ним ходишь? Вот и собрались с семьей. Любимые мои, родные.